Здравствуйте, меня зовут Вова, мне 29 лет, я из города Киев, я приехал в Запорожье, в клинику Василенко, в гости. Я лечился здесь в 2009 году и очень рад вернуться сюда, увидеть своих врачей, показать себя, каким я стал и еще раз ходить на сеанс. Получилось так, что в молодости, когда я учился, когда я был студентом, я попробовал наркотик, и это изменило мою жизнь. И слава Богу, и в интернете я увидел ссылку на эту клинику, и судьба меня сюда привела. Вот. Это был 2009 год, и я прошел месячный курс лечения, я отшился и стал адекватным, нормальным человеком. Сейчас прошло уже 6 лет, я приехал, и очень рад, что я приехал. На самом деле, всем пациентам, которые сюда будут приезжать, я желаю, выздоравливайте и доверяйте врачам, потому что они профессионалы, делайте все, что они говорят. И если у вас есть желание и сила воли, то вы всегда можете покончить с этой гадостью. Моя история такова, что я пролечился в 2009 году, и потом я где-то год, я восстанавливался в плане, пытался влиться в социум. Я не выходил месяц, читал книги. Через год я устроился только на работу на простой завод, машиностроительным мастером. И с этого все началось. Потихоньку я переехал в другой город, я стал работать в другой компании, и потом я уехал за границу и прожил достаточно долгое время в Китае. Сейчас я вернулся и приехал в гости. Вот всем желаю скорейшего выздоровления и обязательно желайте жить, выздоравливать, радоваться жизни. Приезжайте в центр Василенко, вам здесь точно помогут. Главное хотеть.